Ровно в 6 часов вечера жители 5 многоэтажек микрорайона Купеленко вышли на свои балконы или просто открыли окна, чтобы всем вместе поддержать медиков, которые сегодня находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией. А вот это было круто! Акцию «Аплодируем стоя» организовали активисты «Молодой гвардии Единой России». Они предложили исполнить вместе популярные песни. Павел Сенчуковский, солист группы «Поет ПХ», подобрал несколько известных композиций. Песни подбирались с учетом того, чтобы народ, как минимум, если и с ума сходил на самоизоляции, то с улыбкой на лице. И с надеждой на то, что скоро все кончится. Я ухожу, ухожу красиво. Жители активно поддерживали акцию. Одни танцевали, другие аплодировали, третьи махали флагами. Все это говорило: мы вместе против любой беды. Конечно, не всем сидится дома. Люди выходят в магазины, но как не остановиться, если во дворе такое действо? Это как бы спасет нас от пандемии, если мы будем сидеть дома в изоляции какое-то время определенное. И все. Чем занимаетесь-то дома? Чем дома? Пазл собираю. Пазл собираете? Много? Ну, один пока 1000 или сколько там? 500. Такие ситуации показывают, на самом деле, из чего мы состоим. Поэтому это хорошее время для переосмысления, для переоценки каких-то смыслов жизненных. Доктора, медсестры, санитары. Сегодня именно от их работы зависит многое. Они без устали трудятся, чтобы поскорее победить COVID-19. Я очень рад, что наши жители услышали рекомендации медиков и стараются минимизировать внешние контакты. И за это им огромное спасибо. Мы работаем ради вас. Оставайтесь ради нас дома. Если каждый воспримет эти слова серьезно, время выхода из критической ситуации заметно сократится. А пока всем, кто остается дома, в помощь подобные акции. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи, пою. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.